можете сделать форму от Юдашкина, а можете от Диора, это совершенно не важно. Тут важно, чтобы в вашу любовь поверили, важно, чтобы у вас на лице не было написано вот-вот мы самые добрые... нашу любовь. Да-да, мы самые добрые, самые бедные, поэтому сейчас всех перебьем. Ребят, ну это совершенно иначе должно строиться. Надо все-таки на лицо какую-то более-менее человеческую маску натянуть, а потом уже переодеваться. И именно поэтому Акуджава и делает свой достаточно трезвый вывод. Как бы не так, такой чудак. Да, перешиванием такие вещи, к сожалению, не решаются. Нужен новый фасон. Ну, понимаешь, ну там же все получилось, перешили. Вот особенно с этой дорогой, где там тоже миллиарды рублей какие-то потратили, так дождик смыл, это же, все это опять очень стали перешивать. Конечно, это очень существенный фактор. Выбросить на ветер огромное количество денег, это нормально, я больше скажу, это чрезвычайно престижно, потому что чем дороже, тем лучше. Помнишь, как в том классическом анекдоте, я на соседней улице вдвое дороже возьму. Вот так вот и здесь. Ну, разумеется, это попытка произвести впечатление, но это не впечатляет. Точно так же, как и русское купечество, давно уже понял, дикарис не поймут. Ой, какая замечательная запись что на YouTube, пишут? Вот то, что прям сон в руку. А Юдашкин, кстати, наш президент Союза танцевального спорта России. Ты знал, что был есть нет, такой Нет, впервые союз? Слышу об этом, но если давай так, тогда... то это лучше. И специальную танцевальную песенку для Валентина давай. Юдашкина, чтобы он не расстраивался очень сильно. Давай. Исполнители сами узнаете. Дольче-габбана, я иду такая вся. На сердце рано, слезы душат, душат, голос мой простужен. Я иду такая вся, а я иду такая вся. Дольче-габбана, я иду такая вся. На сердце рано, слезы душат. Вспоминается день радио. Просрали бы нашу радиостанцию. Это были новости в классике. Мы встречаемся с вами завтра в 7 вечера.